If my word not for chance, I'm not that wish, draw this on X minus X minus one. Minus harsh. Call that ten. Three point four there. То есть здесь довольно сложное выражение, которое зависит от x и от t, как в реальности оно не так интересно. То есть меня интересует именно та часть, которая соответствует гауссу. Да? То есть если я буду брать выражение по модулю, то есть распределение, функция распределения, то понятное дело, что вот этот слабый, что здесь не играет никакой роли. Когда я беру по модулю, я получил это. То есть и меня должно интересовать, чего такое вот это. Теперь давайте посмотрим на то, что здесь написано. Хорошо, это нужно возводить в квадрат, то есть собирать, что у меня при x квадрат, что у меня то есть если я возвожу в квадрат, то я получу здесь что? Я получу минус x минус x на квадрат. А дальше плюс что будет? Теперь, что касается внизу, то это будет где-то 0. С одной стороны, а с другой стороны, это на самом деле еще будет умножено. Да. Средний член. Да, там четвертый должна быть еще, да. Где? У среднего члена в числителе. У смешанных. Там же удвоенное произведение было, да, да, второго. У второго двойка и удвоенное. Да. Да, вот здесь четверка должна быть. Ну, в реальности,
Сейчас. Джинс, кошки, я. То есть, когда вот это умножается, то есть, мне нужно выделять здесь вещественную мнимую часть, да? И, соответственно, чтобы выделить вот этот квадрат, да? Все вроде выглядит похоже, да? Я не найду вот эту вещь, то есть, когда я вот это умножаю сюда, то и минус у меня дадут плюс. Соответственно, когда буду выносить, это будет минус. Единственное, что я не очень понимаю, дельта нолика, да? Только здесь еще лента четвертая. Ну смотрите, то есть дальше в реальности алгебра простая. Что я должен сделать, да? То есть вот это все, да? Выделить оттуда вещественную часть. Все, что зависит от x. Да? То есть у меня будет, во-первых, дельта 0 в квадрате. Умноженная на если говорить про вещественную часть, то она умножится на вот это и на вот это, да? А если говорить про второе, и снова говорить про вещественную часть, то она умножится на вот это, да? Вот. То есть там дельта 0 в квадрате вынесется, и понятное дело, что я могу вот загнать сюда, и у меня тут дельта 0 в четвертой станет дельта 0 квадрата, здесь появится дельта 0 квадрата знаменателя. А, собственно говоря, что там и написано, да? Это в этом результате. Понимаете, да? То есть вот этот квадрат, x минус x0 в квадрате, помножится на дельта 0. Да, и вот это, да? Плюс и х, то когда я тоже, здесь тоже есть дельта 0. Да, и, соответственно, я дельта 0 вынесу, как сокращу здесь, и получу ту самую формулу, которую в ответе. Вот. А как получается все остальное, ну, это просто нужно аккуратно выделить как вещественную часть, точнее, смотреть на вещественную часть, чтобы было интересно. Да? Что касается мнимой части, которая будет стоять в экспоненте в фазе, то она тогда может выглядеть там довольно неприятно. То есть,
запутанно. А в то время как то, что здесь написано, мы вообще примерно понимаем, да, что происходит со средней координатой, ну, это дело, она двигается с постоянной скоростью, да, какая была связана с импульсом, который мы сформировали у Гаусса, да, исходно. Ну и вот что интересно здесь, так это вот то, что у меня теперь мой дельта Т. Увеличивается, да, и время всплывания характерно здесь видно, да, то есть. И очень забавно, потому что чем меньше дельта 0, тем быстрее всплывается. То есть, Сергей Николаевич, а там не на четверку делится, вот, дельта 0 квадрат плюс h квадрат, так квадрат. Сейчас посмотрим, не исключено, что... Да, на из всего того, что из всего того бедлама, который здесь написан, в общем, достаточно посмотреть, но если интересоваться только дисперсией, да? Для дисперсии более-менее понятно, что это будет вот это зеленое на дельта 0, да? И, ну, кстати, остальное все-таки досчитайте. То есть вот здесь есть работа, которую можно сделать дома. А наш же основной результат это, что дельта, если писать в наших обозначениях, да, дельта x в квадрате, да. Вот, это дельта x в нуле, да. И здесь да, если я умножу вот это на дельта p, да, оно у меня от времени вообще не зависит, да, то есть у меня дисперсия в импульсах стационарна. Это произведение дисперсии. То я напомню, что у нас что было? Было вот это произведение дельта p на дельта x в начальном момент времени, это было h квадрат на 4, да? Ну, соответственно, у меня появилось слагаемое, которое увеличивает это, да? То есть, в результате я получил, что это у меня на самом деле h квадрат, да? На 4 и плюс вот это, здесь, то есть плюс. Я бы сказал так, можно было бы написать h квадрат на 4, здесь будет единица, а здесь будет t m квадрат. Часть x ступлюсь на больше либо равна. Сейчас посмотрю. Везде и просто. Да, наверное, везде Т-квадрат. Правой, да. Да.
который изменяет. Мы не будем все То есть если на это смотреть, ну опять же, забегая вперед с точки зрения соотношения определенности Гейзенберга, да, то у меня в начальный момент времени оно минимизировано, да, то есть вместо больше либо равно, равно. Да, то есть вот это состояние с минимальной неопределенностью, так называемое. Ну, на самом деле, гауссовое состояние обладает этим свойством, это не универсальное свойство. А то, что мы здесь получили, так сказать, это то, что в результате, так сказать, распространения, да, то есть с течением времени, что происходит, происходит тривиальная вещь, конечно, так сказать, со средними. Все выглядит так, как в классической механике движения постоянной скорости. А вот дисперсия довольно быстро у него, растет. И причем, чем быстрее, тем меньше. То есть чем точнее я фиксирую распределение координат частиц, да, чем точнее, что точнее знаю по полному положению частиц, тем хуже для дисперсии, да, то есть скорость расплывания становится очень быстро. Хорошо, то есть здесь в принципе видно характерное время, то есть это время где-то порядка m на delta. Ну, наверное, это будет что-то вроде что там у нас еще? Соразмерность еще в порядке? А постоянно планки не должно быть. Это вряд ли. То есть я должен получиться лично по размерности время, да? У нас получается, что как раз m на дельта x0 это скорее. Или там не хватает у нас. Если сюда посмотреть, да, то есть я думаю, что вот эта шпагата должна быть. Если сюда посмотреть, да, как я вытащу дверь, то можешь пограть. Да. И тогда то, что остается, должно быть безразмерным. Да. Это отсюда можно вот характерное время оценивать. Да. Так это нет. Да, тогда да. То есть у меня h на координату размерности не соединяется. H в отделе координаты. Хорошо. То есть то, что здесь происходит в принципе, это то, что вы в общем знаете из обычной оптики. В обычной оптике, если у вас есть гауссов пучок, да, и вы смотрите, что с ним происходит, когда он распространяется там, в свободном пространстве, да, то есть когда у вас нету ничего, да, у вас есть дисперсия, да. Частота зависит от волнового числа.
вопрос, что закон дисперсии там другой. И для фотонов это будет просто прямой, то есть она пропорциональна k. Да? Здесь пропорционально k квадрат, и поэтому результат другой. Поэтому в этом смысле слова, здесь есть, конечно, аналогия, но мы можем успеть еще и ничего не можем. Тогда, наверное, на этом все, да? До свидания.